Песня – основа духовной жизни украинского народа. 21 марта в специализированной школе номер 10 состоялся яркий фестиваль. Его цель – воспитание любви к нашей культуре и искусству. С метою реализации концепции национально-патриотичного выхования в нашем закладе запланировано и проводится предметна декада художньо-эстетичных дисциплин та национально-патриотичного виховання «Моя країна – Україна». Епіграфом до цієї декади було обрано слова Ліни Костенко. А ви думали, Україна – це просто? Україна – це супер! Україна – це ексклюзив! Первыми открыли фестиваль учителя школы. Они рассказали ребятам, что украинские народные песни несут в себе силу воображения и богатство искренних переживаний, которые стали источником вдохновения поэтов и писателей. О Боже, дай повік любити край, де квітка, пташка і зелений гай, де вірна тій землі дитина живе єдиним словом – Україна. Овациями и улыбками присутствующие поддержали юных артистов. Программа фестиваля была захватывающей и разнообразной. В исполнении учеников, возможно, не профессионально, но по-детски и от души звучали народные песни о любви к родной Украине. Татьяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.